Ну давай, блин, отвали со своей ты гранат. Ай-яй-яй. А, я сейчас упаду вниз. И падай. Блин, это жестко. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Пика, Растишка, Зебра. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я старая бабка. Сегодня мы играем очень классную игрушку Грэнь Симулятор. Будем веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, сегодня у нас три внука и две бабки. Посмотрим в такой конфигурации, как у нас что получится. Надеюсь, этот ролик поднимет вам очень круто настроение, и вы будете улыбаться и угорать. И сразу же подпишитесь на канал и поставите лайкосик. Правильно? Правильно. Да. Так, пацаны, эту игру, кстати, сегодня у меня утром, она что-то обновилась. Может, что-то добавили? Может, убрали баги? Помните, как она сильно лагала? Так, так, так. Собираем сразу ключики, все собираем. Бабки уже, бабки уже ссут в цветы, я уже вижу. Пингвинус, обнося их, я сделал задание. Да, да я тебе сейчас... По башке. Уй, полетели жестко. Отлично. Я могу сдалека брать предмет? А, ты... Ты как меня через стену ударил электрошоком? Ты чего? Ты негодяй. Так, сейчас я быстренько собираю ключи. Сейчас я еще немножко угадаю эту бабушку. На, тебе не надо поливать цветы. Тебе нельзя этого делать. Бутылочку возьмем. Так, цветы, цветы, цветы. Успел. На, не попал, не попал. Отлично. Сейчас, так, Дима, ключики. Мы возьмем вьетнамскую гранату. Пошел и взорвем. Да, так это будет очень быстрая катка, когда мы замалим бабок нам столько быстро, насколько это возможно. Так, отлично. Я вижу, как бабок вы мочите потихоньку уже 1,66 жизней. Так, а мы идем уже в наше логово, где находится очень много классных приколюх. О, да. Ножик. Дим, давайте будем ножиком штрикать. Вьетнамская граната. А здесь бабка, ой, здесь бабка, тут граната всегда лежит в одном месте. Да, кажись. Ай, блин, не успел ножом замахнуться. Ах ты говно. Вставай, вставай, он сейчас не ударит. Ого, ты промахнулся гранатой. Да. Ну блин, ну что, ты не научился уже гранаты использовать, как я? Да, отвали ты от меня. Где мой нож? Ты ножик мой забрал. Да хватит бить меня, да хватит, пожалуйста. Я тебе хлеба дам. Я свалил. Блин, зря такой ножик. На тебе за это одно хп. Пошел вон. Ух ты, хорош! Ого, это выдал калитку. Блин, это жестко, это жестко. Так, тихо, тихо. Собираем ключик, я знаю, что здесь еще очень много классных приколюх лежит. Так, так, так. За что, бабушка? Бабушка! Ай, внучек! Кто у нас тут лежит? Отлично, кунай лежит. Я тебе сейчас бабка порешаю, понял? Unskillpon. На тебе. Блин, 13 хп, отлично. Сразу жестко. Ого, там бабки валяются. Это что это у нас такое? Это не ножик? Что за удивительное отношение? Блин, прикольно. Это вьетнамская граната, это имба. Так, быстрее, быстрее. Ребят, сейчас мы жестко их будем прям гасить, когда я залезу наверх. А то я падаю бесконечно. Быстрее, быстрее, быстрее. Они же, вообще, я так понимаю, они задания особо и не выполняют, да? Так, у меня есть... Они... Подожди, подожди, здесь ключик. А что тут, где три ключика, три замочка? Это что там? О, коктейль Молотова! Ой, ну что? Ну что, бабусечки, идите. Вот это мы набрали оружие, ребята, очень много классного. Поэтому сейчас мы будем их нагибать очень жестко. А вы их видите вообще, где они? Нет, они где-то спрятались. Сейчас я собираю деньги на вьетнамскую гранату. Блин, я их не вижу, я их не вижу. Они на улице. Не на улице? Щенок, осторожно. Сейчас этот... Блин. Я их не вижу. А где на улице? А наверное, с этой стороны они на улице. Они же задания быстро выполняют. Да. Одного... Не хватает одного ключа на вьетнамскую гранату. Эй, а чё я упал? Куда прыгнул? Странно очень. Щенок, сюда иди. Мы сейчас тебя... Эй, бабки, вы где? Я бабок не вижу. Сейчас взорву их. Подожди, дай на это посмотрю, как ты это сделаешь. Вижу, вижу бабок, вижу бабок. Где они? Вот она на улице. Хорошая информация. Чё на ней? Подожди, промахнулся коктейлем Молотова. Ай-яй-яй-яй. О, я думал, там карта больше. Блин, я промахнулся коктейлем Молотова, так обидно. А нет. Ой, блин, гранатой взорвали. Ты попал, попал? Да. Молодец. Где тот щенок сейчас? Да я тебя сейчас это возьму. Так, выкину. Пацаны, а если я коктейль Молотовым промахнулся, он исчезает?
Да. Блин, ты что запорол такое оружие? Ну ничего, значит так должно быть, потому что сильно бы мы, конечно, замочили. Уже, кстати, мы много жизни потратили у бабок. Так. Пойду кричу. На тебе. Промахнулся. Говнюк. Нет, нет, нет. Да ладно, попал, молодец. Молодец, блин. Так, что надо сделать, я не понимаю. Блин, кто на тебе копьем в голову, ой, в жопу. Хотел попасть? Тимон, смотри. О, спасибо, забыл. Ах ты, зараза. Я что, таракан тебе, что ты меня травишь? Ногой, нет, неудачно. Вставай. Факел под мышки. Так, хорош, ну ты смотри, пшикалкой своей вонючей, а. На меня. Блин. Лежачего не бьют, говорят, а мне все равно. На, упади, так нормально загнулась. Таракан, иди сюда. Не-не-не-не-не. Пацаны, живым не дадимся, да? Мертвым еще как. Так, отлично. Блин. У них вообще жизни мало осталось. На. Пошел. Блин, веселье. Щенок. Шапка, ты тут. Ой-ой-ой. Ты распеваешь, да? Быстрей. Я убежал. А, мне не хватает. О, отлично. Блин, тазером. На тебе еще две жизни, две хпшечки отнял. Сейчас, короче, первая бабка склеилась. Опа. Ох ты, да в воздухе, да как ты попал? Пацаны, и что там? Колбасит меня жестко. Эй, да что со мной? Я забагался. Что за баги? Брейкданс. Эй. А ты смотри, что делают. Я ж забагался в этом... Вот это баги со мной, вот это колбасит. Тихо. Я хотя в медпункт отвезти. Блин, все, я походу труп уже. Пошел. Иди сюда, я тебе молотком. О, разглючило, отлично. Нет. На! Пошел. Вижу. Я хочу бабку эту добить все-таки. Образом. Где мотолок мой? Так. Сейчас попадут. На, в голову. А че жизни не отнялись? А чё же? А чё за баг? Чё у меня? Я не знаю. Вы посмотрите на бабку вообще. Мы пацанов столкнули. Да, убил. Бабок мы замочили. Это было классно легко. Мне кажется, для того, чтобы было интереснее, надо три бабки делать, да? Ребята, катка номер два. Сейчас мы играем за бабок. У нас теперь три бабки, потому что, мне кажется, когда три внука, это прям очень жестко. Так, ну что, теперь нам надо что? Принять зеленое лекарство. Мы уже прошли мимо него, я принимаю. Так, первое задание. Кстати, задание поменяли. Раньше, видите, сюда цветы да, было поливать, а теперь, видите, начинается с того, что надо лекарство принять. Ого, что они с вами там делают? Ай, подожди. Меня избивают. Так. А это лекарство или это... Нет, это не дихлофос. Но... Я тебе сейчас... Ключи собираем, А что там с бабкой? Ее жестко глючит, прям, вообще. За что меня? Так. Я вообще... Ай, бабушка. Пала бабушка. Поливайте, пацаны, цветы. Я поливаю. Ого, как будто уже 20 хп отнялось. Сейчас гаечным ключом. Так, я вниз иду за цветами поливать. Мы сейчас быстро, да, пацаны, все сделаем? Пошел вон, бабка. Ой. Жестко упал. Давай, бабка, вставай. Бабка опять брейкданс танцует. А где они? Ой, иди отсюда. А хорошо, будем поливать. Ушел. И ты поливайтесь. Бабке плохо. Бабке очень хорошо. Так, сейчас лекарство приму, и все по кайфу. Да ты мелкий школьник! А, вот еще а цветок. Уходи. Ай, блин! Мне кажется, цветов больше сделали, когда три бабки. Вроде все, бы. Полетит. Почему звук поливания, как будто... Так, зеленое лекарство надо принять. Тут на тебе, щенок. Летает. Пошел отсюда, ты смотри, какой негодяй. Пошла вон. Еще ой, одного. Нормально, не переживай, это я. А теперь ты уйдешь отсюда, блин, за окно выкину. Блин, прикольно. Так, пацаны, ищите. Так, теперь надо цветы на улице полить. Зачем ты сказал? Так, быстрее на улицу. Так, это не та улица. Я пошел на улицу поливать. Уже у кого-то там 38. Да, кстати, очень мало. Сейчас первая бабка сольется. Почему так? А потому что мы крутые. А какие вы крутые? Вы не крутые. Мы детсадовцы очень крутые. Желтые таблетки — это хил. Да? Нет. Мы сейчас, короче, здесь башмаки возьмем себе. Нет, это яд, скорости. Это яд, не пейте его. О, я теперь быстрее намного хожу. Не надо, если это я нажму. Таблетки. О, если я жизни пополнил, у меня теперь 90. Желтые это баночки, ищи желтые, потому что они пополняют жизни. Так, вы там на улице, знаем.
Сейчас Сайбер сразу умрет, зебра, зебрович. На, так, все, я его... зеленые лекарства тебе надо принять. Значок, подойдешь, и тебя ударю. На тебе. Бей его ногой, бей. На тебе, тварь. Отлично. Так, скорей, скорей, скорей. Давай быстрей, закрываю. Ого, что это с бабкой было сейчас? Так, все, двери закрыли. Ай, ты что, двоих, что ли? Молоток. Неплохо, неплохо молоток твой работает. Что с умом? Сейчас мы тебя подловим, не переживай. Ого, стекло разбил. На тебе. Ой, она... Как... Пока тебя бьет током, я тебя хочу с улицы выкинуть. Пошел отсюда. На! Ого, и шкаф развалился. И я упал. А почему так? Давай, вставай, вставай. Ай, да как так-то? Блин, это вообще жестяк. Быстрее бутылку бери. Нужно убить эту бабку. Так, так, так. Я что, сейчас один останусь? Да ладно. Да, Дим, так и будет. Не-не-не, на. Неплохо, неплохо. Нет. Ты меня вынес. Так, 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 быстрее, быстрее, вставай, ребенок. Я тебя прошу. А я не могу тебя схватить, блин, было бы классно тебя задушить, а? Было подлеца. Так, нам надо принять зеленое лекарство, косожоп. Ах ты. Сейчас как. Ага, косой. Нет, равно попал. Ударил, ударил, ударил током. Давай, вставай, щенок, быстрей. Так, надо теперь красное лекарство принять. Ай. На тебе. Я сейчас как вазу возьму и по башке Диме надаю. На. Нет, нет, а я тебе еще разок ударю. Для профилактики. Я тебя буду бить. Я буду отвлекать, пока то задание выполняет. Вижу электрошок. Хорошо. И косожоп. Ай-яй-яй, как это больно было! А я же выпил таблетку, у меня 20 хп, но я умер! На тебе электрошоком. Нижнюю полку меня завел, не буду я твои учебники. Отлично, еще жизни пополнили. Дим, ты видишь, у меня 8 хп, да? Но я умер, а вот нету хп. Блин, как же с тебя ударить, не получается. Я один остался! Да! Блин, ребята, я даже думал, что три бабки мы все-таки затащим. Потому что я лучше тот игрок. Можешь даже не надеяться. Промахнулся. Я так понимаю, я один не пройду, потому что пацаны очень хорошо эти играют, не дадут мне пройти. Блин, пацаны, чё вы так стрелились? Чё? Ну, блин, пика один тот же предмет берет, который не ломается у баб. Не ломается, да? Я убил, да, и убил меня. И уклонился. Я, типа, выпил таблетки, а все равно каким-то образом умер. Ну, видишь, какая-то недоработанная немножко игра. Ай! Тихо, тихо, тихо. А ты чё? Да хорош, блин, один чё будет издеваться надо мной очень жестко, ребята. Очень жестко. Еще какую-нибудь вкусняшку. А где же красные лекарства у нас? Я их не наблюдаю. Надо молоток взять, чтобы вообще жестко. Наверное, наверху, да. Граната! Давай. Да не, не надо гранату, пожалуйста. Налево, быстрее, шифтом беги. Ём его гранату. Быстрее, 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 валим. Сзади, сзади, ядовская граната. Не надо. Ну давай, блин, отвали со своей ты гранат. Ай-яй-яй. А, я сейчас упаду вниз. И падай. Блин, это жестко. О, молоток. Давай, вставай, вставай, бабуська. Бабусечка наша. На. А, блин. Блин, я чувствую себя каким-то этим терпилой, блин. Они надо мной издеваются, как могут. О, косожок. Кукла Вуда. Поварёшкой тебя по башке. Там нету, Дим, где? Там за. Нету, там нету, там на. Нету. Может, тут? И выпей таблетки! Стой, стой, стой! А. Дай молоток! Есть! О! Пиво. Ушел! Классно! Нет. Косой! На тебе! Подавился колбасой! А чё за фигня? А где же... Ой! Игра заглючила! Что за бред? Игра заглючила, у меня вылетело! А, игра прилагает! Это для того, чтобы мы, ребята, не проиграли! Так, ребята! Попытка какая-то там по счету. Потому что игра постоянно так крашится и вылетает. Не знаю почему, но она очень недоделана. Ее обновили, а с другой стороны, она стала хуже идти намного. Поэтому постоянно вылетает. И мы решили записать на троих. Так. Ты прям ко мне пришел. На тебе, щенок. Ой, хорошо, что не в окно. Сейчас как... Так, что мне надо сделать? Зеленое лекарство принять. Они были в комнате или нет? То есть сразу вышел? Да, были в комнате, я помню. На, по башке. На тебе, косой. Вижу, вижу, вижу. Есть лекарство. Отлично. Так, быстрее, быстрее, быстрее.
Быстрее, бабушка, иди. Жизнь, а, жизни не по полной, и так они полные. Так, теперь надо мне полить цветы. No. Ах! А ты куда попал, что 8 жизней отняло? Не знаю. Так, бабка, сердце. вставай. No. Ой, щу-то, я что, даже встать не могу? А, я чувствую, два внука, конечно, жестко надо мной пошутят, но ничего, я буду до последнего бороться. Что ты делаешь? Просто жестко вообще. А ты смотри, я еще с комнаты не ушел, не успел выйти, уже жизни сколько отнялось. А, убежал, да, чтобы я тебя ногой не бил? Ой-ой-ой! Это жесткое издевательство надо мной. Да вы что делаете? Дайте хоть цветы полить, дайте цветы полить. Скорее. Да все, давай не добивай, да. Есть. Да нормально, мочите как можно. Не надо поддаваться, люблю, когда по-честному мы играем. А, да? Конечно. Ай, зараза. Ну, бабка не падает. Ну, е-мое, половина цветок только полил. Так, вставай. Ай, за что делается? Еще и так, поливаем быстрей. А чтоб не рано. Там таблетки рядом, где можешь, в принципе, выпить. Нормально, все четко. Столик вот он, блядь. А, не могу ударить. О, молоток мой любимый. Дихлофос. Дихлофос, я тебя задихлофошу. На тебе. Ты поваляйся. Пошло. На тебя, иди, отвали отсюда. Быстрее цветы. Отлично. У меня внук брейкдансит. А, встал как-то криво. Отлично, пополнили жизни. На тебе еще дихлофос. И пошел. Так что я не могу ударить сильно. Классно, когда в окно вылетает. Это долго, пока не возвращается. Косожоп. Косожоп. Я вижу, какой прицель, с этой головы мне бить, на! О, ты прям пришел ко мне, я тебе сейчас с ноги еще ударю. Нет. А, не получится. Вот и нет. Напалил цветочек, отлично. Ого, тут цветов сколько надо полить. Но стой, не бей его больше, я хочу закончить это очень красиво. Не надо, пожалуйста, а, косожоп. Гранатой! Я тебя отравил. Ой, в окно. На! Красиво. Блин, один цветок на самом верху. Мне кажется, до него даже не успею дойти, потому что пацаны очень жестко мочат меня. Так, короче, когда одна бабка, это вообще нереально выжить. Но зато мы будем знать, что надо реально, ну хотя бы две бабки, что было против одного внука. Один к двум надо. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это сейчас.